Я заболела. Болит горло, заложен нос. Коронавирус. Я иду к тебе. Или ты уже во мне? Приколы приколами, но я вызвала скорую. Потому что реально что-то вообще не то. Так что... Хоть бы нет. Певицу госпитализировали. Она на самой была в Новый год. Как я. И ее тоже в больницу положили. Меня везут в больницу. Я в инфекционной больнице. Скорее, меня всего запрут на 21 день здесь. Когда мерили температуру у меня дома, была температура 37,4. Сейчас 37,6. Наехала врачиха, когда я приехала в больницу. Я в инфекционке нахожусь. В отдельной палате вообще, в блоке. И наехала из-за того, что... А что ты днем не приехала, если у тебя там... Ты кашляла. Я говорю, ну, блин, я вообще не знала, что у меня будет температура. Там, короче, просто я растерялась, если честно. Типа, на меня начали гнать. Типа, ты вызвала скорую вообще сегодня. Ты могла бы завтра вызвать или еще раньше. Я говорю, ну, типа, простите, температуру я заметила только вечером. Короче, оставили меня, говорят, на 21 день. Инкубационный период. Вот. Еще записали всех людей, с которыми я контактировала.